Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения. Достаточно большой интервал времени прошел с того момента, как я записывал последнее видео, но поверьте мне, было очень много дел, связанных непосредственно с лабораторией, с обеспечением безопасности нашей работы, надежности нашего сайта, нашего программного обеспечения. Хочу обратить внимание, вот здесь вот вверху в браузерной строке появилось слово «надежный» и такой вот замочек. Мы, надо сказать, проделали большую работу и перевели наш сайт на совершенно новый уровень, более надежный. Мы поменяли хостинг, соответственно, этот хостинг предоставляет 99% защиту от взлома. Именно он ориентирован на подобные сайты, сайты научных сообществ. Мы были на одном у одного хостера, сейчас перешли на другой. Наши программисты обеспечили большую безопасность. Здесь появилась буковка S, кто знает, тот поймет. То есть надежный сайт. На этом сайте нет никакой рекламы, нет никаких баннеров там рекламных, еще каких-то моментов. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах на этом сайте не подцепите какую-нибудь бяку, какую-нибудь рекламу, вирус какой-то или еще что-то. Наш сайт посвящен только нашей работе, работе лаборатории психофизиологического обеспечения. И кроме того, надо сказать, что вот здесь вот давайте зайдем. Это перечень наших контрагентов. И вот в серединку ткну. Соответственно, у нас тут обновилась версия программного обеспечения. То есть мы сформировали для нашего контрагента нефтегазовой компании версия программы от 05.04.2017 года. Вот сегодня у меня на компьютере 10.04, а здесь написано 05.04.17 год. Соответственно, наши программисты поработали очень хорошо и, собственно, улучшили многие моменты, улучшили стабильность. Оно и до этого программное обеспечение работало достаточно стабильно. Но они предприняли ряд шагов для того, чтобы еще большую безопасность для всего этого предоставлять нашим пользователям. Как обычно здесь, собственно, наше программное обеспечение, инструкции пользователя, полная краткая и так далее. Одним словом, программное обеспечение для всех контрагентов, как в прошлом, с кем мы работали, так и в настоящем, и в будущем оно более стало совершенно и стабильно. Это если вкратце, что произошло. Улучшили сайт, новый хостинг, оставшееся прежним, известное уже многим доменное имя lpfo.pro. Ну, собственно, вот и все. Да, надо сказать еще вот что. Значит, у нас тут давно уже достаточно, наверное, недели 2-3, мы анонсировали многомерно личностный тест. Программа продолжается. Есть заявки. То есть люди заинтересовались, заполняют соглашение. Мы им предоставляем абсолютно бесплатно наше новое программное обеспечение. Отработанное, надежное. И это все абсолютно и совершенно бесплатно. Можно оцифровать личность. Новая программа. Работали над ней более 6 лет. 6 там с копейками. Ну вот, в общем-то, и все, о чем я хотел поговорить. Планов много. Видео будут, я надеюсь, выходить чаще. Тут все было очень много всего, всего-всего навалилось технического. И сейчас мы будем говорить, наверное, о технической стороне вопроса наших программ и о каких-то методиках. Надеюсь, вам будет интересно. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!